Глава государства провел прощальную встречу с его превосходительством Мохаммедом Али Аль-Малики, послом государства Катар в Республике Молдова. Президент дал высокую оценку деятельности дипломата, который в ходе выполнения своей миссии оказал существенное содействие укреплению отношений между нашими странами в различных областях. Также Игорь Дадон выступил за интенсификацию торгово-экономических отношений между Молдовой и Катаром. В ходе беседы стороны сошлись во мнении о том, что организация визитов на высоком уровне будет способствовать полноценной реализации существующего потенциала отношений на благо народов обоих государств, подчеркнул Игорь Дадон.